Итак, ребята, всем привет, с вами Фрустик 100. И сегодня я буду показывать карту ТНТ Олимпик Майнкрафт 1.4.6. Ну, впрочем, нам сначала нужно скачать с интернета карту. Она будет в описании. Вот. Впрочем, скин у меня может и тупой, но... Мне кажется, сойдет. Вот, ТНТ Олимпик. Классная, кстати, карта. Так. Скин у меня, может, тупой. Видео будет Спанч Боба. Ну, да, может, он реально тупой. Да, и так тупой. Ну, впрочем, мне кажется, вроде нормально сойдет. Вот. Сейчас, секундочку. Мне не нравится ночь. Солнце сходит. Сходит еще. Впрочем, вот и все задания с ТНТ. Так, что за хрень? Что за хрень? Да, реально. Да, реально. Что за хрень? Где российский флаг? Я не помню. Тут Россия или Германия? Так. Нормальная синяя шерсть. Ну, белая мультик. Так, российский план где? Где российский план? Надоел мне. Угла на остальные поставили, а России нет. Вот, теперь все нормально. Я какая-то. Япония. Фигня какая-то, фигня какая-то, Россия и Германия. Впрочем, тут раздан победителя. Тут раздается победитель. Представьте. Сегодня победитель кто-то там, короче, вот. Ура! Я победил! Ну вот так типа. Мамочки! Впрочем, сейчас я буду прыгать. Что такое? В прыжке в длину. Итак, разгоняемся. ТНТ зажат. Ой. Что-то я пережал что-то. Ауч. Блин, кушенка. Так и кувшинка, так и динамит. Кувшинка чуть не ровно стоит. Кувшинка! Купанка, блин! А, ладно. Еще одна попытка. Надо разгоняться. Итак, мы бежим на. О! Видали? Так, вообще-то... Ну, короче, я говорю. Так, впрочем, вот. Следующее это... Это испытание турист вагонетки, по-моему, да? Я не знаю. Так, короче, хрень какая-то. Тут надо... Ой. А, это толкать вагонетку, да? Так, причем все понятно. Забираемся. Так, далее. Только эту хрень надо сделать. А, эта хрень его знает.
Короче, ладно. С другой стороны, что? Ма. Ну, короче, надо думать, что тоже с динамитом связано. Так, фиг его знает, короче. Ну, представим, что мы типа забрались. А! Мать. А! Чёрта. Вот мы типа забрались. И у нас ни хрена, короче, нет. Это типа для зрителей. Ну тут для зрителей. Все. Для зрителей. Вот типа тут сидят такие множество зрителей. Смотрят. 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 Опа, мачки. Ну а было видно, что это построено где-то. Короче, фиг его знает где. Это было построено. Ясно. Но видно, что тут какая-то фигня интересненькая. Ауч. А почему тут мир обрывается? Вот в чем вопрос. Ну нафиг этому пацану надо было делать это вот именно. На вот маленький секретик. Ладно. А, типа заход зрителей. Типа того. Ну вот, впрочем, второе. Это вот этого типа. Я вам покажу самое интересное, то, что от этого нельзя оторваться. Так, подождите. Ну-ка, это что у нас? Это интересно, да, ну-ка попробуем. Нифига. А, нафиг он сюда это все поместил. Да, ну, впрочем, приступаем к самому главному. То, что... Это должно, кстати, быть. Все. Итак, начинаем. Все, поехали. По второй дорожке. А, где динамит? Бежим. Я русский, меня не помешает, дура, я русский. Я русияна. Бежим. Вау, увидели, как меня подкинуло. Хорошо тут играть вдвоем. Потому что как раз все сделано на трех или на двоих. Да, и вчетвером, кстати, круто и вдвоем. Ну, видно было это, где построено, то, что пацан строил это все как бы в креативе. Что если бы он это строил не в креативе, так бы тут вообще все. Короче, в каждом испытании должен тут быть динамит. Вот почему ТНТ Олимпик. Закат солнца! Скоро все станут добрыми. Итак, осталось немножко. Нет. Пацан круто сделал из... Или это дико. Короче, вот из этих фигней. Ну, типа из этих. Готово! Ой.
А сейчас прочем. Ну, я целый музыкальный блок поставил. Наверное. Да. Так, ну, впрочем, пока вроде бы все. А, нет, вот тут все. Сейчас я показываю последнюю эту фигню, вот эту штучку. И пока все. Я знаю, что это за фигня. Тебя сбивают с этой фигни. Тебе нужно удержаться. Но как они падают? Ай. Ладно, всем спасибо за внимание, до свидания.